Смотрите, что для тортов, для кейков здесь есть, всякие разные штучки. Да, Лёш, сейчас будем выбирать. Мы сейчас только на накрытие. Лёш, скажи. А я еду к тетере готовить торт. Я надеюсь, я все взяла. Не забыла. А то сейчас придется возвращаться. Сейчас увидите, как тортик будем готовить. Зайчик, мы быстро с тетерой сами сделаем, а то я думала, он не даст, да, ничего сделать. Так что поехали к тетере. Всем пока. Наверное, сейчас будет гроза, мне даже кажется. Вот мы начинаем готовить. Смотри, 1/4 зайчик. Смотри, 1/4 капс water. Берем капс. Все здесь, видишь, просто так удобно. Обычная вода, да? Обычная вода, да. Капс water, смотри, 1. Не, ну сначала смотри, сначала я всегда яйца взбиваю. Сейчас размешаем. Потом water, oil and eggs. Bye-bye. Вот смотрите, вот такой вот нам нужен будет для кейка. Ну, как вот тут написано же, да, все, миксер. Да, готовить, да, стоит он $1.34 такой. А вот есть даже белый, да, смотрите. German chocolate, French vanilla. Начинаем. Начинаем, как все просто взбивается. Ну, я как бы все равно яйца все-таки сначала. Яйца все равно, потому что они лучше размешаются. Давай, доставай, три яйца. Блин, а они вот. А не, иди еще, не принеси. Смотрите, 3 яйца. Опа. Объем. Раз, два, о, как со скоростью звука. 3. Опа. Сюда. О, как быстро. Видели? Да, да. А теперь берем микс. Микс берем. Микс. Да. Добавляем вот эти вот шоколадки, я вам вставлю, да, видимо, вот они. Заливаем. Кокосовое молочко. Заливаем. И брали в прошлый раз вот эти вот, по-моему, вот эти вот. Выбираем хёрш. Да, мы брали вот эти тогда, да, спешл дар. Давайте их. Да, 2.38. А нам одну пачку, да, надо? Да, одну. Вот берем одну пачку. Вот такие вот. Special Dark, да? Угу. Выбрали мы в итоге вот такие вот. Все равно они будут вариться. $1.25 вот такие вот. Вот выбираем сейчас какой-нибудь milk. Чем он отличается? Golden Star, Imperial Dragon. Чем он отличается? Какой? Да ничем. Какое молоко берем? $1.48. Всего лишь доллар. 400 миллилитров. И оно надо, чтобы все растаяло, да? Это? Да, это будет на минимум готовиться. Пока сюда. Высыпаем вот эту вот смесь сюда. Это вот то, что у нас было в коробочке в этом. Добавляем водички. 1/4, вот, правильно? Все, ага. Так вот, да. 1/4. И сейчас я буду опять миксовать, да, все. Миксовать все, да. Сначала ставь на medium. Просто берешь. Смотрите, что тетя делает. Щик. Все. Ну, и маслица. Все, вот. Я вся. Это очень, да, здорово, это, да, это удобно очень, да, органика. И стоило оно органик, это 2.70, да. А такое масло тоже, в принципе, там 2, наверное. Так, да? Здесь надо уж, да, намного хватит. Теперь vegetable oil добавляем, 1/2. Добавили масло, 1/2. Да, 1/2 была, получается. Да. Смотри, какая ложка. Сейчас на глаз выливаем половину в эту посудину. Будешь на медленном огне его мешать, надо мешать. А пока просто стоит. А пусть так и стоит, да. Он постепенно, вот здесь тепло, оно, да, будет уже расплавляться. А потом будешь деревянную ложечку, да, поменьше. Да. Ждем тогда, пока... Ждем, сейчас пока пикнет, Оль. Да, должна пикнет, одна кнопочка пикнет, пикнет, и все. Ставим теперь. Так. И 30 минут, значит. Да, 30 минут засекаем. Засекаем 30 минут. Так, время без 10 часов. Час, ага. 20 минут второго. Смотрите, как можно тут еще делать.
А вот она, вот и в видео увидите, такие баночки мы видели. Вот он крем, какие-то типа крекер с печеньки и шоколад добавляешь. Ну это по их рецепту, да, так вот. По их можно. Да. А еще написано, что даже можно сделать из этого 35 капкейков. В общем, там на выбор таких вот много уже. Ну, все, в принципе, легко. Главное, чтобы миксинг был, конечно. Вот, с миксингом легче. Да, тает, как уже. Мешать. Давайте будем мешать. А это самое, пока варится его. Давай вот так вот помешалась, одна прям, как понимаешь. Вот он, кекс первый готов. Сейчас открытие. Так. Его надо перевернуть, да, будет? Да, перевернуть, но чуть-чуть лопаточкой подцепить надо. Вот этой тоненькой. Смотрите, тютеры быстренько сделала салатик. Салатик, да. Два яичка вареных. Да. Капуста цветная. Да, капуста. Зеленый лучок. Сейчас укроп. Зеленый лучочек. Зеленый и зеленый горошек сейчас варится. Варится. И вкусный, полезный салат. Салат, да. И сейчас, Оленька, я поставлю эти самые сосисочки. Да. Сейчас бугорочек маленький. Бугорочек. У меня есть кинжал. Кинжал. Ну вот этот мой самый лучший все-таки кинжал. Он подлиннее, длиннее всех. О, какой, да. Видишь, какой кинжал, да. Вот так вот я говорю про это. Вот, верхушечку, вот это, да. Вот только, да. Все. Да, и все. Вот да. Это. И сейчас это съедим. А что, он как кекс, наверное? Как кекс, да, бери. Ой, он горячий, тепленький. Вот, да, еще сейчас это. А вкусный даже так. Ага. И вот этот еще мне надо было. Думаете, тоже там попку эту? Да, чуть-чуть. О, она сама. Она сама. Она сама по себе классная. Какой класс вот так получилось. Вот. Ага. И не надо ничего отрывать. Оторвала. Да. Ну, а что у нас тут забыл? Забыла уже. Чего у нас тут? Ольга, так это самое. А мы ждем крем, чтобы застыл. Вот что теперь. Салат просто нереально вкусный. Да, у меня вот я такой никогда не пробовал. Его можно кушать и кушать. И кушать, да. Он же не жирный, не, ну, ничего, не полезный, нет, все. Вообще, одни овощи, да? Овощи, да. И вот кушать все на здоровье сидим. Щек, на ужин с даже. Огорода, с огорода укропчик тютерин здесь. Надо будет тоже такое потом сделать. Купить все. Ложку нашу. Там немного-то надо. И посыпать наверх немного надо, и туда немного. Решили добавить сюда кокос. Стружку кокоса. Да? Угу, мешаем? Да, мешаем. Смотри, давай, ну-ка. Говори, Ольг, как получается. Еще поставим в холодильник на немного. Мне кажется, уже лучше. Лучше, да. Да. Еще, потому что много еще его. Смотри, сколько. Я вообще чуть-чуть совсем добавила. Вот так вот, сейчас будем все мешать. Вкус. Что, процесс пошел? Выливаем? Давай, выливаем. Ну и все. Мне кажется, все отлично. Блин, видели какой? Какой блин получился? Блинчик. Да, ну видишь, туда забивать надо, да. Забивать, да? Ну ничего страшного. Мне кажется, зальется, Ольга. Ну а сверху польем? Угу. Зальем его вот так. Подожди. Сюда его чуть-чуть, да? Он сейчас у нас последний этап почти. Угу. Нам главное дело, чтобы это все застыло теперь. Да. Чтобы он весь слипся такой был. Да, и потом не забудь, только тогда этот, я имею в виду, посыпать это. Это потом? Это потом, да. Да? А это можно сейчас. Я думаю, или потом. Можно и поставить сразу в холодильник. Сутки пошел в холодильник, да? Да. Сутки будет стоять. Пусть стоит, да. Я потом немножко это самое, видишь, да, касаться будет. Интересно, крышку что надо понанять. Сколько красиво. Бабочка, представляете, мертвая, да, уже жалко, сухая как. Вся. На полу ее съели, да. Муравьи, каких тут только злодеев нету. Да, все друг друга едят, все, жрут. Все, да, едят, что-то жрут. Друг, да, друга. Я не знаю. Этот Хоук тут сидит, все нападает на тютеру. А ты видела, как нас оболванили? Где? Вот, 25 долларов. Вот, я вижу запали. Теперь. Знаешь, что ты натворила? И вон, там, три волосинки. Три волосинки оставила. Вот я уже и дома. Торт мы, как вы видели, оставили в холодильнике. Теперь я уже досниму завтра, когда мы будем его вынимать из холодильника. Зачем я готовлю этот торт? Торт я готовлю, чтобы отвезти его на курсы английского языка. Я хочу так выразить свою благодарность учителям, которые работали с нами. Сказать им спасибо большое, потому что в среду уже будет последний день. Завтра у нас понедельник, я завтра его отвезу. И вы увидите это видео, получается, во вторник. Поэтому посмотрим, какой будет торт. Я надеюсь, он получится вкусным. Уже встретимся с вами завтра. Вау! У Лёшки новый пузырек, второй пузырек, как у него тут пузырек, а теперь еще тут пузырьки стали. Теперь мы все мыли. Мам! Есть еще? Да.
Ну вот у нас посмотри. Новый день, посмотри, и вот какое. Все застыло. Посмотри, все застыло, все. Отлично. Все, посмотри, какая красота, видишь, какая? Отлично. Да. Это мы только насыпем, напишем, да? Да. И все. Ну это красота какая, сейчас кусочек подержу, попробуем. Делаем сначала обрезание. Как ты сейчас делаешь? Обрезание. Обрезание. Режем, режем. Видишь, как оно густое стало? Да. Вот посыпали. Да, окрышки нету, точно. Так, так, отрезаем головку. Головка, раз. Дюдера расчихалась из магазина. Или на кондиционер реакция такая, потому что сразу начинает... Головка. Чих, да? Чих, чих, чих. Сейчас Ольга будет без окна. Прям вот так вот, знаешь, ты печатно мне напиши. И что это такое? Как так? А ничего, это все равно будет видно. Thank you. Ничего. А там же Ольга, знаешь, а ты вот там погуще. Может, а потом давай хватит. Останется, а ты сделай сначала тоненький, Ольга. Да, я лучше сначала тоненький, а потом давай. N. Убираем всякие декоративные штучки. Нету, все. Смотрите, какие есть разные. Тютир, вы видели? Да, Убираем, убираем. Ого, $4, ой. Да. Видите, уже какая-то бэкс. Вот он, бэкс, я нашла. Вот, смотрите, какой клевый маффин. Да, Wild Blueberry, да. 2.48. А, представляешь, Улька, с маком? И с маком даже с есть. С маком есть, да. Вот такую взяли в итоге Red. Да, все-таки Red взяли. Маленькую штучку, $1.88. Мне кажется, нет у тебя. Нет, для сейчас получится какая-нибудь какашка. Там осталось совсем чуть-чуть. Добавить, если только. А, да. Мне кажется, в дохлое N можно бы добавить. В дохлую какую? N. Нет, вот и все, вот так чуть-чуть. Ну, в общем, вот так. Да, не хватит только, да. Думала бы, я сделаю, накачаю. Накачаю, накачаю. Сейчас иди, рассмотри, накачаю. Давай, может, все-таки сделаем. Даже было бы красивее. Если бы сказать, если бы сказать, ну да. Рискнем. Падает. Сейчас, зайчик, подожди, маленький, подожди. Я ж тихо, у нее падает. Падает, что-то такая скользявка-то. Если просто, ну, ты посмотри, как смешно. Я не могу, что мы. Ну, куда поехала? Вот, он не может попасть, да. А, вкусно? Нет. Смотрите, открывай тортик, говорит, чуть-чуть сфотографируйся меня. А тут вон, что произошло. И никак, я говорю, сюда. А можешь его приклеить обратно? Нет, Ольга, давай снимем. Жалко. Ничего, Леш, все у нас случилось. Авария, наверное. Авария. Зайчик, авария. Леш, смотри. Надо все, что делали, ничего не написано. Не надо уже ничего фотографировать. Не надо ничего фотографировать. Чего, зайчик? Тебя, да? Представляете, что случилось? Что оно выпирает. Это вообще, да, она выпирает, все приклеилось. Ну да, а это уже ничего не будет с этим, потому что это уже и еще и камера у меня была грязная. Ой, Леша, это чего? Да, и он бедный. Зайчик, не надо тут. Мы приехали с курсов. Сегодня уже у нас был последний день, смотрите. Там вон кусочек остался, вон тортика. У нас уже салон-то с Энькой не получилось. И я вам покажу, что у нас получилось вместе с Энькой. Как Лёшка сказал, похоже на одно слово. По ее написано. Ты чё материшься-то? Мы так с Тиди рассмеялись. Я сейчас вам вставлю картинку и уже увидимся с вами в следующем влоге. Вот специально не получится. Специально никогда не получается. Как так получилось? Давай, сори. It's our fault. No, it's not. Don't worry about it. You always be a kid.